Кристина, что дальше? Вы сказали, что сейчас вы отдохнете, восстановитесь. После этого, когда вернетесь к тренировкам и соревнованиям, также будете выступать под белорусским флагом, как белорусская спортсменка? Нет, мы сейчас будем пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши, но опять это длительный этап, и опять же условия смены спортивного гражданства – это спортивный карантин, который обычно длится 3 года, но мы будем просить о том, чтобы этот карантин сократили для меня, потому что это довольно неоднозначная ситуация, и мы не планировали в целом менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация вокруг меня, что это вынужденная мера, и мы приняли решение именно остаться в Польше и выступать за сборную Польши. То есть в ближайшие как минимум 3 года вы возвращаться в Беларусь не планируете? Как объяснить? Я бы хотела вернуться в Беларусь, но только тогда, когда буду уверена, что там для меня безопасно.